Да. Доброе утро всем горнолыжникам. Сегодня продолжаем испытывать оборудование горнолыжное. И на очереди у нас горнолыжные очки марки Oakley. Ну, достаточно интересные, на мой взгляд. Технология призма, в основе которой световые фильтры. Сегодня буду использовать их первый раз. Ну, я в предвкушении, вообще в ожидании, потому что до этого были обычные, простые. Ну, посмотрим. Увидимся вечером. Да. Всем добрый вечер. Как и договаривались, сегодня хочу дать свой отзыв по поводу использования маски Oakley Prism с революционной технологией цветов. Маска использовалась на горе Капрун, Австрия. Откатался целый день. День можно разделить на две части, солнечный и переменная облачность. Ну, на самом деле я отметил два, на мой взгляд, очень важных момента по маске, которые, и по результатам которых я принял решение, что ее однозначно надо использовать. Первое, когда поднялись на плато и пришло первое солнце, было ярко, маска справилась замечательно, совершенно розовый нежный цвет, передача четких цветов, можешь смотреть на солнце и глаза абсолютно не щурят, особенно когда катаешься, это ну, просто находка. Это первое, первый плюс. Второе, то, что большая площадь маски обеспечивает тебе широкий обзор. Не надо мотать головой, как в масках предыдущих серий. Достаточно повернуть глаза вправо-влево, и ты видишь все. На мой взгляд, это очень большое преимущество и очень сильно. Маску однозначно должен иметь в своем арсенале горнолыжник, который любит это дело, поэтому однозначно использовать. Я говорю да, маску можно приобрести в магазине Vela Viva, Перово 24.